Сейчас тренировку греческой команды Панагиотис Гионис, защитник, игрок, чьей игрой восхищаются многие любители настольного тенниса, и не только любители. Смотрите, как нарабатывается стабильность. Но Панагиотис Гионис также может атаковать с чудовищной силой. Вот так. Стоит только ослабить натиск и получаем мощнейший топспин. Но все же основное оружие Гиониса – это подрезка, защита. Но ходы пропускать с ним я бы не советовал никому. Игрок с великолепными физическими кондициями, который очень здорово перехватывает инициативу. Один пропущенный ход. И может не поздоровиться никому.